В татарстанской митрополии состоялся первый съезд православных педагогов. Участники форума обсуждали духовно-нравственное образование и воспитание детей и молодежи в современных условиях. Пленарное заседание открыл глава епархии владыка Феофан. Съезд православных педагогов проходил по трем направлениям. Секция «Духовное образование» была посвящена работе воскресных школ. Во втором направлении были рассмотрены вопросы духовно-нравственного воспитания в детских садах, школах, колледжах и вузах. Секция «Духовно-нравственное просвещение» в различных сферах деятельности включила в себя вопросы просветительской работы с молодежью. Хотелось бы сказать и рассказать именно о опыте нашего молодежного движения и о том, как важно, когда приходит молодежь в храм, когда они приходят первый раз, как это для них важно. В съезде принимают участие священники и миряне, учителя закона Божия и кружковых занятий и секций в воскресных школах, преподаватели основ религиозной культуры и светской этики. Нравственный фундамент закладывается с детства. Я очень благодарен вам. Вы настоящие подвижники. И слава Богу, это доброе свидетельство того, что мы вместе, мы в одном большом доме, имя которому с одной стороны Россия, но и мы в одной лодке в замечательной республике Татарстан. Мероприятие состоялось в Казанской православной духовной семинарии и было организовано отделом религиозного образования и катехизации епархии.